Педагоги колледжа компьютерных технологий «Сервер» в рамках мастер-класса по росписи пасхальных яиц показали гостям ярмарки на Морвокзале, как наносить на акриловые образцы контурные узоры, напоминающие бисерную вязь. Совместили роспись яиц с вот такой вот декоративной точечной росписью. То есть мы распишем пасхальные яйца, ну вот желательно... Мы будем использовать вот такие вот традиционные орнаменты. Главное, подчеркивают мастера, говорить живым материалом. Тогда он станет гибким, и автору под силу будет воплотить в рукотворном шедевре даже самые смелые фантазии. Это вот деревянные яйца, которые выжигателем сделаны по дереву, да. Это расписаны просто краской, акриловой, гуашью. Традиционные пысанки украинские, они делаются по натуральным яйцам, воском. Одесский колледж компьютерных технологий «Сервер» готовит не только грамотных программистов, но и графических дизайнеров и дизайнеров интерьера. Те, кто выбирает графику, занимаются полиграфией, оформляют упаковки товара, выпускают разнообразную фирменную рекламу. Те же, кто специализируется на интерьерах, разрабатывают декор коттеджей, внутреннее убранство гостиных, концерт-холлов и так далее. И этим дизайнерам для создания более привлекательного проекта порой крайне необходимы штучные авторские элементы декора, сотворению которых ребята обучают в сервере. Каждый в душе немного дизайнер. Помощь специалиста нужна в том, чтобы узнать какие-то азы, какие-то основы, какие-то законы. Конечно же, потом чутье, интуиция, вкус и дарование поведет вас дальше, и вы будете смело там нарушать эти законы. Но чтобы как бы их нарушать, их нужно обязательно знать. Кроме компьютерного дизайна, да, кроме работы на компьютерах, меня также учат больше тому, чтобы делать что-то руками. Также для развития у нас здесь есть живопись, рисунок, основы композиции. Изначально я любила с детства рисовать и захотелось что-то свое создавать. Учащиеся колледжа много внимания уделяют прикладному искусству, постигая таинство рисунка, живописи, композиции и, конечно, осваивают компьютерные программы. Сегодня без компьютерных технологий выполнить качественный дизайн практически невозможно. Здесь используются специальные программы для выполнения дизайна. Это AutoCAD, это визуализация в 3D Max, которая очень хорошо и в полном объеме показывает готовый выполненный интерьер. 3D Max, AutoCAD, то есть мы также можем и интерьер, и векторные программы изучаем, и объемные. На экспозиционных стендах ярмарки представлены и дипломные работы выпускников, нашедшие реальное применение в жизни. Юноши и девушки трудились над чертежами, перепланировкой помещений, зонированием, текстилем, тонкостями освещения. Они ретушируют лицо помещения. В их руках эстетика восприятия Южной Пальмиры.